Главпахари представляет. Компания «Аркусин» презентовала уникальный сельскохозяйственный погрузчик для тюков соломы «Аутостек FSX». Общая длина машины составляет 11 метров, а высота разгрузочного кузова достигает 7 метров 20 сантиметров. Техника адаптируется ко всем видам тюков по размеру типу соломы, существующим на рынке. Агрегат использует в работе простое, интуитивно понятное управление, а также функции плавного, равномерного и мягкого подъема. Автопогрузчик «Тюковоз» оборудован запатентованными умными автономными разгрузочными шипами высокой прочности. Машина разработана и оборудована для работы на высоких скоростях. Техника гарантирует стабильность погрузки и укладки. Благодаря уникальной технологии колеса не теряют контакта с землей, обеспечивая минимальный риск переворачивания на склонах и меньшую нагрузку на трактор, соответствующей экономии топлива. В зависимости от размера оборудования может транспортировать от 10 до 45 единиц тюков. Узнавайте первыми актуальные новости сельхозтехники России и мира на нашем официальном сайте «Главпахарь», а также на страницах Facebook, ВКонтакте, на каналах в Telegram и YouTube.